Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Продолжаю снимать свой сериал под названием «Беспредел на ВЗПА». Сегодня я расскажу, какое у нас вредное производство. Действительно вредное для здоровья. За этот год я уже вторые очки сменила. К концу дня у меня просто красные глаза, воспалившиеся слезы. Мы режем контакты. Контакты, они бывают тут разные. Бывает биметалл, бывает сталь. Сейчас я покажу, какой угар идет из-под контакта. Сейчас я режу новым мечом. Это считаю, что мало дыма. Но когда зимой мы работаем, у нас цех полностью в тумане. Осенью решила сходить к врачу и сделать УЗИ. Теперь я хожу каждый месяц делать УЗИ. В общем, гистофиброма. Очень вредное производство. Вытяжки нет. Какой год уже просим мы сделать вытяжку директора. Он нам обещает, обещает каждый раз, но ничего не делает. Как он сказал, у него на первом месте руководство. Где сидят они в светлом кабинете с пластиковыми окнами и с кондиционером. А тут окна и малые щели. Плюс решетки с двух сторон. В общем, может быть, моим видео он начнет действовать, начнет людям хотя бы делать, чтобы здоровье так не теряли. Все, пока.